В очередной раз вас хочу поблагодарить за то внимание, которое Европейский банк реконструкции и развития уделяет Беларуси. Я особенно благодарю вас за ту динамику сотрудничества. За прошлый год инвестиции вашего банка в Беларусь увеличились в два раза в рамках стратегии, включительно 2019 год. Вы большое внимание уделяете и впредь готовы уделять большое внимание таким проектам, от которых зависит качество жизни наших людей. Особо хочу отметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышение качества питьевой воды, это для нас очень важно, строительство дорог, ремонт мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют безотлагательного ремонта. Это жизненно важные проекты для нашего государства. Ваши советы, ваши предложения, ваша помощь по осуществлению в Беларуси процессов приватизации для нас имеют огромное значение. Поддержка малого и среднего бизнеса за последние годы беспрецедентна с вашей стороны. Мы со стороны государства не имели возможности осуществлять такую поддержку. Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей. Это большой вклад в будущее Беларуси. Господин президент, я хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет надежным партнером для Европейского банка реконструкции и развития. Мы будем свято выполнять те договоренности, которые заключили с вами, с вашим банком, и с Беларусью вы никогда не будете иметь проблем. Я знаю, что вы рассматриваете вопрос проведения в 2022 году очередного заседания управляющего вашего банка. Если вы решите провести его в Беларуси, я вам обещаю самый высокий уровень, государственный уровень поддержки вашего заседания. Господин президент, приоритет деятельности вашего банка – Европа. Вы знаете, что в этом году здесь, в Минске, состоится вторая Олимпиада европейская, летняя Олимпиада. Я с большим удовольствием приглашаю вас на это мероприятие. Если у вас будет время, приезжайте, пожалуйста. С большим удовольствием будем ждать вас здесь и ваших друзей.